Всем привет! Это видео для тех, кто ни разу не ездил на платную рыбалку. Здесь мы расскажем о наших впечатлениях, как дилетантов в этом деле. Ехали с ощущением праздника. Давно хотелось попробовать съездить на платник. А единственный способ избавиться от искушения – поддаться ему. Смотрите, как это было. Поначалу все складывалось хорошо. Место здесь тихое, природа живописная. Нам рисовалась картина, как мы тянем рыбину, а она сопротивляется. Чувствуешь вес и понимаешь, что это не та килька, которую мы ловим в нашей узкой и маленькой реке. Накануне основательно подготовились. Взяли приманку, кукурузу, селедку, сделали тесто, поскольку понимаем, что это не рыбалка в аквариуме. С собой у нас были спиннинги с блесной и поплавочной оснасткой. Рыба гуляла повсюду, слышались всплески то тут, то там. Мы уже потирали руки, сейчас начнется бешеный клев. Первые робкие попытки поклевки нас раззадорили и прибавили уверенности, что кого-нибудь мы точно поймаем. Ведь рыбалка-то платная, и приятный бонус должен быть у каждого посетителя. Так нам казалось вначале. Видно, что рыбы здесь много, в основном это форель, осетр. Глядите, какие жирные, и ничего не боятся. Бери сачок и лови голыми руками. Вот такие экземпляры плавают в этом озере. На сайте рыбалки было заявлено, что есть еще карп, щука, сом, карась. Вот оно, счастье! Вода, к сожалению, цвела, и показать рыбу во всей красоте нам не удалось. Дальше началась суровая реальность. Проходит час, другой, не клюет, хоть тресни. Вся рыба собралась возле мостка, с которого ловить было запрещено. Рыбаки, понятное дело, столпились на берегу именно здесь. Но клев не шел ни у кого. Нам ничего не оставалось, как терпеливо ждать и наслаждаться красотой природы. Поплавки упорно не шевелились. Не было даже намека на поклевку. Наши мечты и надежды таяли с каждым часом. Справедливости ради надо сказать, что за те 5 часов, которые мы провели на рыбалке, никто ничего не поймал. Итог платной рыбалки таков: разбитый о мост поплавок, потерянный крючок, лопнувшие надежды на легкую трофейную рыбу. Но из нашей поездки мы сделали главные выводы. Во-первых, рыбалка, как ни крути, это романтика, красота природы. Во-вторых, это искусство. Попробуй поймать сытую рыбину среди большого числа конкурентов. Ну а в-третьих, рыбалка учит терпению и выдержке. Как говорится, без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Всем клёво и пока-пока!